Нормально, Немного нормально, все получается. нормально. А, Ну, дальше Чурка уходи, дальше проснулся. уходи. Открыл на минуту. На минуту открыл кшим. Ну то, сейчас мимо клеймора пройдет. А у тебя микрофон микрофон зажал и. Вижу клеймор. Левый. Давай, 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 давай. Два. Сос, давай, мы в тебя верим, молодец, вот нормальный чувак. Не то, что там всякие. Горные, да? Тебя в синем. КЗ, ну было слышно, все уже тикать тебя хотели даже. Давайте на минуту, на что, минуту. Все, он пропердел? Да, да, можешь да. Брать. Я стрельну, казармы слева от дороги уже зашли. Тут левых дорог, знаешь, что? Я ламу говорю. Лам, 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 одна на западе, на западе, вон, с бэхой, короче, где кота. Западе, западе не идут, вообще много. А, блядь, идет бункер, на. А, это пиздец, это ботов. Thank you.
начался тут короче класс. Понял, да? Западе первые дворы, прям в этом внутри. Да, вот машины есть на движение. Рам, смотри, от нас на 60. Метка БМП. Поставил точную метку. Триггере вот у нас запустили. Нахуй триггер, блядь. Просто с той стороны тир. Не знаю, средний уважать его, говоря. Максимум могли поставить, например, такой зелен прикрывает. Вообще обычно я не обнаружил ДМФ в тюрьме. По кругу тур, но по кругу тут тюрьмы. Сейчас с той стороны никогда не ставит это как-то придумал. Тут ничего не видит. Да и нахуй она нужна там, видит, видит. Знаете, возвращайся, вот одна БМП там... Куда ты предлагаешь поставить? Здесь. А, блядь, я же да? говорил. Рубир, Рубир, очнись. Вначале надо установить. Кошмар, мы даже не пробуем проехать. Thank you.
Ты на кошель потерял. Варц, аккуратно, пока он не видишь. Патронный калаш, блядь. Это ЛСТС, соответственно. Так, вопрос. Вы спросите на месте, так, блядь? Она еще не будет. Да-да-да, чёрка, с моей позиции, спидболь. С запада по тебе хуярили. Прочек его. Дал свою точную метку в танке. По тебе разрыв, только что труба пускала. Вот эти. Я ювашку у меня. Какой метр работает? Ты ближе приехал. Я вот метр точно. Выбил Тихошенко, выбил Тихошенко, как он прыгнул. Уходит на север. Да, вот просто разворот занимать. Так, вы тут еще стоите. Эвил, если ты повернешь голову от триггера вдоль дороги, то его можно увидеть. Че ты так? Можешь мне поставить? Вот я дал стрелку. Я дал стрелку. Че там по стрелке? Кошмар. Мы пока сваливаем, потому что вот Б2 сидит тело. Глянь, дальше, только
центре забора. Сейчас мы залезем повыше. В центре города пехотинцы. У них второй кшемки нету там. Так что им тяжело сейчас. Кварц, ты слишком близко, ты два не гони. Где на шахте? Не вижу на... Бегут от шахты, да, вижу, но КШМ пока не вижу. Нормально так бегут. На... А у них больше КШМ нет, это последний. Сейчас же еще появится. Ну это вот, они шахт бегут. Метку поставил, где-то вот по моему кругу КШМ. То ли в шахты, вряд ли, скорее всего. Да, вон куча пехоты на Б1. Да, вижу, куча пехоты бежит. У нас там никого. Собирайте Б2. Самих шахт бегут, прям в шахты были. Шахты, где синий бункер возможен, слышишь? Там Б2 мины надо был взять. Да, они тут. Они прям на шахтах. На Б1 пруд. Да, сами Б1 уже бегут. Сос, по идее, Б2 заминировано, нет? Б2 заминировано? Нет, нет, нет. Все минирую. Ёлки-палки. Тараканы. Сос, там нет. Шим. Сос, отойди. Выбил кашу. Кашу выбил. Я не знаю, может они еще с кашинкой пульдят. Б1 помощь нужна.
Нет, от тебя за хамку. Сейчас бойду. Я не успею. Ну да, он метку на пулемет. Да это наши на там будут. Ребят, КШМ-ка надо мной, КШМ-ка надо мной бегут. Они бегут, они из этого, там уже другой трик. По умолчанию дают 10 очков. Почему я его 8? За триггер. Троих еще убил как минимум. Не 28, а где-то 20. КШМ-ка летит восток, запад на меня, короче. Thank you.
Хорошо. Ты довольный слишком. Ты будильник на завтра поставил? А как КШМ-ка около меня где-то? Метку поставил, КШМ врага. Чуть южнее. Вернулся, ты поставил метку? А, там. Там волк пролетел, над КШМ-ки высадили. Нет, а еще у них триггеры вот КШМ-ку жадно. А, уже? Блин. Уже воюет. Вторая была. Ну, учти, у тебя за спиной КШМ. Сост. Она не ко мне поедет, наверное. Она там присутствует. Не знаю, кто не поедет, дураки, блин. Так, одна КШМ-ка у них вот тут. Поставил метку. Да, только наши еще не пришли, КШМ-ки. Ос, давай. Жги. Оттуда бегут. Поставил метку. О, одна КШМ-ка ко мне. Старк, тебе КШМ едет. Я вижу. Айс, Катина развернулся. Бегут за ней. Бруснику. Один взяли, это печально. Выбил их не КШМ-ку, южную. Выбил. Таргет. Северную, наверное. Северная еще стоит на метке, там. Южный выбил. Красавчик. Выбил северную. Ну да. Юх, у тебя это через триггер. Ты по ней работал? Через триггер? А, не. На юге ты выбил. Ой, на севере. На юге КШМ-ку я выбил. На севере, на карте север, на юго. Ой, тут ты. Я вам вру. Я выбил на севере, на юге нет. Все, мы так сразу поняли. Я что-то этот потерялся. На севере. А говоришь, что на юге. Да. Я короче что-то потерялся. Короче, я выбил северную, а южную вот бегу, но мне трубы уже нет. Все, напишем хардкилла, чтобы тебя проверил. Нет у тебя ориентировки по карте. Да нас сейчас ее ебнет, там я думаю. Старк, слышал? Мы его ебнули. Да. Все, понизил тебя в звании. Выдадут конфеты и пойдешь на пенсию. Я и право-левый иногда путаю, если волнуюсь. Что сделать? Ну тогда ты блондин. На машине так опасно ездить. Я беру, но это не надо. Нам снизу виднее, блядь. Не надо мне тут. Пацаны, где наши КШМ-ки? Они сейчас эти все синьку все заберут. Ой, кемпедристы слышу. КБ-1 уже дохренище мин, это факт. Ага.
Сос, ты ничего не перепутал? Что вы там ищете? Нет, Сос, я не хочу идти. А техника? Надо гнать дальше. Сос, к тебе гнать можно, да? Пацаны, прыгните, у кого труба есть. Там, по-моему, Соса техника. Прыгнул. Все, два человека хватит, идите. Две трубы, по-моему, должны. Старк, тебе можно Гешенку гнать? Старк. Не надо гнать. Везде будут. Еще и бот где-то. Загоняю где-то сюда, трубу. Вот где-то. Сейчас покажу. Где-то вот здесь вот, зелё. Как даже лечу. Уже лечу. Дальше. Лучше пробежимся еще. А, техника, ребят. Ой, вижу еще. Рамазал. А, я понял, что они сделали. Они, короче... Южную перегнали. Они, короче, ездят на кошельке, точки захватывают, ребят. Правильно делают. Значит, они кошельки, такая возможно. Как я потерял, я не понял, куда кошельку они... Поставь метку, где поставь. Найдем грохот. Чё долго добираемся мы. Вам еще по тренерам отбирать все. Это, кстати, товарищ. Блин, бы два поставил. Где вообще охуенно. Снайперская зушка. Или это шепот? Либо один. Кэшем в городе нету, вторую убивали, они не успели привезти. То есть у них нет кэшем, по идее. Да, надо нет. Как-то что-то забирать. Северный кэшемку. Так, Сос, правее дома у тебя. Между сисек идешь, правее будет дома. Туда уже пен перебегал, понял? Даю термобарик. Кэшем. Скажите, какой бункер будете брать, я вам разминирую фугасом. Да, бля, любой бункер надо забрать и... Б1 можно взять обману. Запросто. Поставим метку, куда гнать кашем. Там все будет нормально, только если там не будет пехоты. Там просто горка и спокойно можно к Б1 подойти. Пора гнать кашму. Вторую, гоните на мою метку. Будет все окей, только если в лесу пехоты нет. Да знай, с вашей стороны техника. На севере бегают. К вам бегут. Народ, вторую кошму гоните, иначе проебем. Кто сейчас лестница на второй кошме, гоните на него. Почему у нас 2 по 1? Я оставил, когда
нас еще всех нет. Своей позиции. Своей позиции к шемку. Вертушка. Две минуты, сейчас проебем триггер. Захватывайте это. Понятно, уходи. Выбил кишень. Как там тут оказалось? Еще одна шпиль. Да не какая бандунка. Быстрее к шемку, пацаны. Колян, Колян. Все уже. На западе, на склоне. На 270, Колян. Да-да. Что, старт? Там еще один. Даже больше. Слушай, по всему надо один. Конечно, он все уже не играет. Десант, десант высадили, пацаны. Так, ты сказал, что это не твой кореш? Нет, нет. Я понял. У него ник похож, как у меня, но он не мой кореш. Так, что мне кореш? Сам прыгнул. Я понял, я понял. Сам прыгнул. Я к тебе не вижу. Тут такая инфа. Минирую, блядь. Азот, у тебя... Назад. Вот, я минирую. Что ты делаешь? Все, у меня мой кореш швед. Инда нет. Да мне, типа, понял, слот за синих нужен. Там мои, типа, кореша играют. Ну-ка, что может? Ближе к подлапе, да. Где вообще подлапе? Б1. На крышу я пошел. Кошенку перегоните, кошенку с моей высоты. Открой, тебе подходит. Тебе подходит. Кто тут нахреначил? Зазнай, блять, от мороза хренов. Это было не специально. Лицо мину поставил, потом еще одну поставил, вот на ебан. Да, да.
Да, жетон, днем. И в этом мечети, пацаны, мечети. В шпиле. БМП, завали мечи. В шпиле там. Нахера стрелять, видите, что я иду, а? Минарет, да, да. Чего? Да, есть. Ой, что ты творишь? Сюрпрайз, мазапака. Да, ну уезжай, у тебя там номинировал. Уезжай. Только ползком. Пацаны, от триггера, запад от триггера, идет движение в численности 3, лам, уходи, в другую сторону иди. Можно метку? Сейчас дам метку, лам, уходи. Да уйди. Блин, в эту залупу. Дал, дал метку, пигноник прямо пиздец. Это не запад, это юго-запад. Хорошо, юго-запад. Да, только мы сваливали от запада, поэтому на них и наткнулись. Ну, уходи, уходи, уходи. Так, их трое там бежит. Эй, я бегу в ту сторону. Вот их наблюдаю до сих пор. Кстати, в Battlefront 2 никто не хотел покупать? Ой, не вам. Да виза лобода. Не вам, не вам, не вам, не вам. Я еще в Теске общаюсь. Я вас, бля, ёбну тут. Медь. Да его же снесли. Сзади нашей первой кошмы вертолет садится. Сзади нашей первой кошмы садится вертолет. Давайте кошмы первую быстрее. Кстати, Соломон, кинь мне очков, есть очки? Два у него гранат, 15. Блин, меня вертолет американский. Б1 один бежал, блин. У него гранат. У нас вторую кошму. Либо один бежал, либо что. Короты стоят на Б1. Ты боль, я вот все твоих трех еще и не смогу. Там меня, блядь, вот слева заливает, я горячая техника. Там сверху над тобой. Кто спрашивает, левый? Старк, Старк, метка КШМ, едет к тебе на горе. Че, он снова пробовал? Нет, выйди мне. Не знаю, затыкал чем. На какой-то, да.
происходит, ёба, не знаете? Там что, табунами плут? У них кошмар, что ли, там? Кошмар. Кошмар уехала по моей стрелке, мы ее видели. Ни в какую вообще. Старк, ты видишь, что еще планы делать? Ся, у меня тут нет, я тут не есть. Старк. Что? Сюда на пидборе кинет? Там возле меня пулеметчик. Убей его, пожалуйста. Подтягивайтесь. Соломон, бля, еврей, и 20 очков. Я на вертолет коплю. Это живое. Ребят, подходит Б1 через кают. Восточный камней. Куча пехов там. На питбуля киньте 20 очков. Там их есть? Тебя не придавит, нету. Лифта Б2 поставим. И тут говно какое-то село. Так, сейчас пиздец там будем. Эвил, Эвил, кошмар едет, на 120 прям, на 120 спускается, Эвил, смотри. Перед тобой, прям перед тобой. Да. Эвил, не смотрите, не смотрите, Шайдим на север, противник. На север, едь. Соломон, кинь 20 очков. Всё, сейчас Б1 потеряем. Старк, тебе КШМ поднимает, трубу поднимает. Я, у меня трубы не работает. Кошму, палер. Перегоняем. Там мины только снаружи. Ну и немного внутри. Совсем чуть-чуть. Ой, у нас уже идут, слышал, да? Эх, блять, перевернулся, пацаны. Встал на ноги, отлично. Ничего не смог. Ладно, ребят, спасибо за игрушу. Не смог, у меня трубы нету, чтобы ее выбить. Я ее выбивал кошельку. Ну ничего страшного, сейчас добьем их. Ладно, ушел я. Кто у нас как бы курот лазит? Блять, кемпер тут. Один сейчас кроет. В3 маск. Сука, пидоры, блядь. На вертолете, блядь, там у нас. Буль, ты сильно вверх не едь. Кобальт. Там же пиздец. Смотри, Кирилл, куда поставить ее, пиздец. Бля, некуда поставить, куда есть, туда поставил, пацаны. Да хоть куда-то. Они прям на метке кашем расставили. Че вы чайку убили? Один. Один забрали. Плоди. Ну, говоришь, там заберу. Б2. Б2 забрали. Б1 забрали. Кошму жил. Тут толпа целая. А, все, меня убили. Кошму жил. Кошму жил.
сейчас мы быстро. Всех убил. Дал место, там еще один сидит. Вот, какое-нибудь окошко в воде открыто? Нет, только стекла. Остальное закрыто. В первом этаже бегает. И открыто, по-моему, вроде. Нет, закрыто все. Один на крыше, один на крыше. Вам. Крыша шибани, где дверь у флага. Там их, там же сидит еще один. Одна на крыше, а другой поймал. Б2 пехотинец стреляет, там на склоне лежит. На крыше пехотинец. На крыше Б1. Вышел на крышу, коготь на крышу. Крышу. Внутрь забежал. Осторожно, минное поле. Открыл дверь. Метка КШМ, там КШМ высадит. Ничего. КШМ.
все, я убил его, нормально. Посмотри с севера от точки, я поставил метку на вертушку противника. Возможно, это будет ошибка. Каким прицелом? Ну-ка. Это, ты взял у варана, что ли? Да. Броник у него стащили. А с форму стащить и можно будет, это как-нибудь подкрадываться. Ты идешь за своего, да? Нет, не отображается просто. Хрень тоже ваншотит, да? Чего? Хрень, которую ты бегаешь, тоже ваншотит? Да. Патронов мало, ее варан стащил. Все, просто сниму, поставлю на 2500. Жена, она тоже затворная или нет? Десант. На Б1. На Б1 двое. Б1 вроде сел один. Он умер, мертвый сел. Да, в упоре. Герыч, тебя там лам зовет. Да я с него угораю, вот тут просто пришел против там тоже проиграть, а тут начинает что-то угорать, либо жопа у него горит, заберите кишлем, начинает. Играй спокойно, все хорошо. Кишлем, кстати, везут на юго-востоке.
по кругу. Но у нас первую кашму спасать будут, нет? Есть. Поехали. Какая кашма? Думаю, проще взорвать. Садят под наркоманы. Я им задний винт выбил. Заметил только. Но думаю, сейчас спасибо. Будет весело. О, мертвый. Сейчас очков кто-нибудь скиньте, пожалуйста. Подождем. Сейчас очков кто-нибудь скиньте. Япона, мать, 10 км. Что, давайте мы погоним, пока кашму в вертолет. Уберите нас, жук. Да зачем взрывать, жук-то берет. Жук, давай я в сторону триггера двину, а ты подберешься. Хакер, возьми меня. Давай. Фарс. Фарс, лети за нами, Фарс. Лети сюда, блядь, пизду, не останавливайся. Забери хотя бы пока. Взорвали ее. Все, лети сюда. Забирай нас. Куда лететь не будет? Да лети в сторону триггера, как ты летишь, так и лети. В сторону нового триггера. Да, у меня двигатель уничтожен. Я сейчас Ну, блять, Асгар, зачем ее взрывать, когда, блять, отсюда можно. А, блять, согласен. Короче, КШМ, вертолет, который вез КШМ, выбит задний винт. Он летит очень плохо. Примерно по стрелке. Взрываю наш кошмар. Кто там сидит? Взорвал.
вертолет ждал, 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 что-то улетел. А, ты КШМ взял, тут еще одна. Асер, не смей садиться в танк. Оно сейчас все поломается, блядь. Гражданин, ты себе танк купи, там лазь. Нафиг ты там нужен? Так вазы стреляешь. Идет помощь, идет помощь, но где пока не знаю. Колонну, которая к нам шла, заблокировали. Идет бой. Скажи, где они были? А чай это 2 из 25. Вон, где жук? Ты ж не под базой даже. 2 из 25 чай.
один агрегорит. Игрил у нас. Б1 нужно забрать. Если поставить. Ой, блядь, нихуя себе. Мышка. Блядь, спас своей тушкой. Трюм вообще он. Ебашит всех. А, жара, блядь. Возле Б3 бегает. Где он? Убили все. Вон впереди сам услышит, попукивает. Я, да, слушайте. Там в кошме есть рюмка, возьми. АГС катится у них на востоке. КШМ уничтожен. Отметил АГС. Боги подходит. Чья 2С-25? Я их триггер подбросил. Отличная точка для обстрела. Он по один подходит. Что посмотреть? Техника какая-то. Где? Рядом со мной. Или пехота на горе. Тебя не слышно ни хрена, пометки какой. Т-72, Т-72, не прет. Около тебя пехотинец сзади сел. Где? Только что. Нас? А, не прет? Да-да-да, сзади не прет. За этим домом, скорее всего, пишем. Бегает отсюда. С востока, где один уже так. Сняли. Я бы два нашел. Вас меня А2 убил. На западе. Есть. Ёб твою мать. БМП у нас на западе где-то. Да, БМП прямо на дороге. Сколько раз? Я не знаю, я вижу его, но взяли. Камик что-то это не стреляет, блять, красным горит и все, блять, это. Что там переключить надо? Ты о чем вообще? Примерно метку должна быть. Бир, около меня техника. Как там КШМ, похоже? Как говоришь? Танка с обычным стреляешь и все. Все запросто. Я что-то не перестала перезаряжать. Фейд, поставь метку хаммер, там чувак рядом. Кошмар, хаммер, кошмар, я дозор строит. Камик, не
перезаряжаем. Нажми. Блять, прокрути колесико мышки, выбери, что тебе надо. Нажми кнопку R. Первая загрузка идет так. Сейчас, наверное, вторая, тут все пошло. Хера, как он выжил? На дороге стоит, там едет в город. Убейте, пожалуйста. МПшку убейте, а, люди. АГС пендер выбили или нет? Камик сверху начинай минировать, если есть у тебя мина. Нет, у меня мина, с таким местом мина. Мина для собаков. Выбил, да. Люто просто. Если у тебя взрыв был чуть выше хамера, ну как бы весь ушел туда. Или сам, ну не чё, в бетер попал кто-то, нет? Фугасами ты ничего не сделаешь. Он был убит. А, он нет, он да, я выбил его, но он у нас стоит. А кто у нее есть? Сейчас, если добегу, дай. Рикет есть? Мы два поставил мид. Два заминированы. На западе хаммер. Жук, там где-то какого БМП-2 забирай, где тебя выбили на танке. Тебя выбил БМП, забирай. Да, да мы, конечно, на скорее, конечно, нормально. На Коляна выпало, да? Бежал, бежал в БМП. Взяли ее, швару, убили зачем-то. Зовите вышку, пожалуйста. Я тоже бежал. Ну хоть чтоб кто-то меня, я хуй знает, где. Радио вышки, я себе поставил. А это твой из пруди? А может чувак из ее? Кто-то с птуром пришел. Спрашивай, спрашивай, ты не отвечаешь, я не слышу. Ну не слышу ничего. Ура, хоть нормально сопротивление. А сколько потратил? Там этот, как его? Брекер. А чё вышку не плохо.
радио обстрела. Ой, очень много за нашей КШМкой, очень много, да, стрелку уже нарисовал. Радио еще пахнет. Он заебал мне. На склоне, Игорь, на склоне, прямо на склоне. Слева, слева, сзади, Игорь, сзади, слева. Сзади, Игорь. Вот это вот. Не знаю, они по скрипу. Не понял, камень, что? Нет, пока не будет. Ванка, виднее, что ты крыш? Да вон стрелки, жука. Оттуда уйдут. Туда смотрю. Четыре. Между нами пинул к тебе. В твою сторону смотри, 100 метров у тебя. 50. Чё? Пубир. Я кругом поставил, ты что? Меня тут гасит. Спасибо. Метки не вижу, ты что? Вижу круг. Я кружочком убил, там по снайперу на горе сюда. Вижу два круга. Что не означает, вообще не понимаю. Ты меня подписываете что-нибудь? А ну я еще три круга нарисовал. Гера, тебя со склона гасит. Не высовывайся. Совершенно уезжает с дороги. Два кто-нибудь подтянитесь. Кошмар, я этот город вижу. Откладывается. Десантурин на Б1 падает. Кошмар к Б1. Десантурин на Б1. Наш кошмар поедет. Блять, мимо нас кошмар едет. Б3. Кошмар Б3. В городе остался. Все готово. Карск, к тебе подходят в упор почти. Ну, это бот был. Тогда смотри на север, на юг от тебя, там по склону они идут целой толпой. Сейчас посмотрю.
ладно. Метров 100 осталось. Вижу, вижу. Как я его не убил? Чё кто хотел? Геба, мы тут заняты. А всё. Покажи им в воздухе вторую. Маскат. Маскат, а где тут? Нет, что это? Он пропал. Администрация пропала. Кому чё надо? Маскат отвечает, что Нет, не хочу, я его убил. Походу кто-то просто с другого места в мой спрут пиздил. Ну да, это мой. Чем у тебя произойти? Я не знаю. Давайте подвезу до базы, что, кстати. Скиньте, пожалуйста, 6 очей. Кому не жалко. 6. И мне можете 6. Накоплю. Спасибо, Глисан. От души. Спасибо, раб, от души. Рип или раб, как ты? Спасибо. Давай, прыгайте в вертушку вместе, потом долетим на бомбе, довезу. В базу ты стоишь ждать кошемку. Настя, тебе открой эту базу? Меня про че полетит еще кто-нибудь? Нет, потом на бомбе доедем.
сейчас по команде. Где можно накидать мертвых? А стингеры перестали продавать? Соломону кидайте на вертолет, Дэвис. А он уже купил эту данкашку. Стингеры перестали продавать? Да, вместо них не так вообще не будет. Техники набрали, сейчас мы точно проебем. Самое главное, что все наземное. Подарим, какая разница. У нас прям танковая армия. Все ясно с тобой, Фейт. Засал. Ну, спасибо. Все, дальше пешочку. Ну что тебе? Давайте наши танки продадим и купим одну артиллерию. Нам она не нужна. Нос, ну этот, что, дрифтишь, да? Не говори, бля. Ну только как прилетите, попробуйте взорвать свой вертолет, чтобы они быстрее появились на базе. Ты что у меня сзади там силовая, ё-моё, базаришь. Пушка села. Господин, тебя что, забыли что ли? Че не сказал-то? ШМ-2 потеряли? Кварц, там куда ты летишь, только что к ШМ-2 потеряли. Не здесь. Ну прямо, вот буквально в километре. Эй, блядь, по тебе пусть будет. Нет, стой. Ёпта, блядь. Тупенды? Да. Это хорошо, что ли? Нахер хорошо, спасайте в жопу. В жопу заволачивай. Возможно другой идет. Еще один. Ой, нахуй, я отсюда сверху. Ну уходи, Геп, отсюда. Ты что там делаешь? Там валит, блин, ну тут так фармер. Я прикрываю тебя. А? Вот, чуть не вальнули меня. Сейчас, пацаны, вот, давайте. Зачем он ждет и просто пробуйте. Так берете? Контрфайки тут. Хер, за мной летишь, что ли, на вертолете? Перед нами кошмагер. И слева еще одна кошма едет. По пушке садись. Блять, у нас кошмы, ёптать. Кто? Шеймок нет. Проверивай, по дороге направо. Я первый забрал вертолет, все, он мой. Вот так, куда-то пушки смотрит, он. Не пать нас танка. Дебил. Прорядят. Это тимировские бригады. Дебил, вон, встречай, становись на дороге, встречай. Да, я сам, да. Подожди тогда, да, мы сядем, мы потом вертолёт заберём. На горе тебе достали, Гера, уезжай, уезжай.
ты не накопишь ты на руке. О, меня выбили, не успел я взорвать. Еще никто кидать не будет, я стоит. Там кэшем в домах. Покупайте каждый по Гера, танку, Гера, вперед могу, по танку, блядь. Я смогу кошмар. Нахер вам кэше. В натуре. Да, скидывайте очки, кто не копит. Или спрут хотя бы. Какой, блядь, танковую атаку. Такистан для танков идеально. Танковые. Ай, блядь, подбили. Коробочка горит. Коробочка горит. Все на танке. Все в танке. Там убивай ее нахрен, чтоб не захватили. Будь мужиком. Камень. Хакер, ты что решил так доехать? Долго будешь ехать? Слушай, я взял вертолет, чтобы отвезти технику, а некоторые его просто так берут. 19 очков скиньте кто-нибудь. Ну, с кошмар. Асгор, ты кошем повезешь? Нос, ну что тебе? БРДМ, турами. Если хочешь, могу скинуть побольше. Возьмешь чек получше, отдам только третью. Чем? Ну, только вертолет. Вот это прикол! Они все там на технике собрали, тебе скинуть? Я пойду пожгу их нахер. Хуя, я думал, сколько тебе скинуть? Они нас уже тут контрят, наши вертолеты на тот вертолет. Нос. Так, внимание, тебе внимание, скинуть? Тихо. 11 очков. Фейс. Говори, Лам, чё? Это очень примерно. Фейт, посмотри. Нет, не лейн. Был выстрел с танка, ты дыхал-то. Если это не ты стрелял, значит, вражеский. От вас сбил это враг. Логично. Сейчас очень быстро, уже почти все. 4 очка, скиньте кем-нибудь, пожалуйста. Кому только 4? Ну, 4. На базе еще танк остался, его хватайте. Фейт, танк выбили наш. Ищи. Там где-то. Ух, охуенная танковая армия. Что может быть лучше? Вертолетная, наверное. Вижу Абрамс. Он чуть дальше. Дай метку. Примерная метка. Хотя достаточно точная. Едет в сторону триггера. По склону. Не, молодец он. Не зашел за склон. Козел. Выбить им там зубы. Дал стрелку, куда он уехал. Сгор, тебе вертолет, надеюсь, не нужен? Нет, отвезти бардак нужно на точку. Сгор. Сильно нужен вертолет. Гор, технику, блин, дай вертолет технику довести. Как у тебя кошем угонит? Почему угонит, блин? Нехватка вертолета.
Они походу там тоже южнее. Да, Гор сейчас там кашенку откроют, дай, блять, вертолет. Тут не полетит, не станет. Кашем откроют, дай вертолет. Я взрыв ждет, сейчас он появится. Вот тупик. Меня обр... Остановись бы. Жук, кобальт, ну я на БРДМке полетел, отвози. Да Кишенку мы с этим с городом. Потом просто вертолет у тебя заберем и дальше полетим. А, вот заберем. Выбил сам он. Ну, движку, да? Так, мы ему в жопу попали, сейчас еще добьем. Давайте, давайте, я вот тут еще еба. Готов нахуй. Ну чё ж, блин, ну ладно. Ё-моё, блядь. Хотели отомстить. Я нашел, моя добыча. Соломон, я там прилунюсь у тебя где-нибудь. Ничего там противника нет? Попробуй. Не знаю. Пока еще жив. Блин, какой-то пиздец. Блять, я чуть не обосрался. Можно скорректировать метку на Брэдли, что-то я не вижу. Да, кстати. Было бы неплохо. Жизненно необходимо. Ломон, не врежься, блин. Это твою мать. Лайм, ну какая разница, он фугасит. Я ее вижу, да. Шоу. По метке ты видишь ее? Да. Да, да, по метке. А, все вижу, знаю. Попал, не попал. Давай я дублирую. Баши, баши. Он что-то из нее это. Вышел сейчас, слушай. Смотри. Не пускай. Кстати, туры до вас не достают, они взрываются. Летают метров 150, я видел тут. Похеру, нормально. Взрыв в воздухе видел, нормально. Well.
расстояние. 4 километра, по-моему, блядь, ты видишь. Ты правильно, 100 метров из Поли, пока я скорректирую свои. Нет, не уезжает, встала. Вот ее, прям охуенно. Обидно, если чё. А, что загорелось? Нет, только здесь. Что это там такое? Прямо передо мной кошмар. Что было? Прямо передо мной кошмар. Китай спугнули. Да, раскрыли. Хакер, здесь ты пугай? Попал. Не пугай, я не пугай. Откуда я? Да, испугали. Все, ну ты ведь не все кучу, я бы еще долго не хочу. Город мы уже пинточно бегаем. Кругом пометил, где она сейчас была. Уже ее вижу. Неа! Соломон, не пугай ее. Че? Я уезжаю. Че? Ребята опять крайне. Заходишь на сервер, когда сервер 30 на 30, и чайкой становишься почему-то. Что поменял? Кто стрелял, а? Эвил, ты что ли стрелял? Я попал два раза в него, я не знаю. Всё. Я вообще не вижу. Фур нужен, блядь, фур нужен, а не твоя фигня. А мы с чего стреляем? С лаптя что ли, блядь? Жук там. Спокойно в башне. Нет, ну, блядь, стреляет. Боже. Чем закончил? Я бы точно построил, блядь, открыть не можем. Какого хера мы не можем его убить? Может? Херу зачем его промазать? Дальше попал. Да, моя. Ее лучше долбить в эту верхнюю плоскость. Перещелкнул. У меня там машина справа внутри. Что за танк и около тебя пауни и тащит кишенку, сзади вертолет тащит кишенку. Рядом с фейтом прилетает.
одну взорвали, которую... Редли выбит, ее можно... А, нет, не знаю. Можно или нельзя? Нельзя. Чё такое... Чё ты далеко в трюк ещё наставил? Дал метку на кошее на юге. Не прет. Ты можешь ее все вынести с танка. Ир, ты ждешь вертолет с кушаем? Да. Айрон Вульф возле Б1 вертолет. Так еще два знать будет. Хакер, можешь раскроешь танцы?
бункер взяли, дерзайте. На севере вертолет летает пустой. По-моему, ЗКШ мой второй смотрит. К северу от тебя. Что за херня? Тут что тут делает Хаммер? Это обычный Хаммер. Вертолет на таран что ли идет? Слышь, Гепа, Гепа. А, все на танках, типа. Никто рядом прожираем, берет. Техника у нас, конечно, щипит. За нами вертолет наблюдает, слышь, Гиппо? Просто капитан летит. Слышишь, а смысл то, что перевозим кошму. Он заметил, теперь летит. Блядь, за нами. Бункер взять, 4 минуты осталось. Южное направление простреливается конкретно. А с тылу Кашенки уже обстреливают. Позвольте, что надо припрыгать, прыгать. Все. Блять, я сейчас за бункером. Это стыжно. Чё было эпично, наверное, так летел. Свидяшка есть, выложу потом. На юге вертолет, по-моему, садится. Айрон Вульф южнее тебя. Там за гору зашел. Пехота, кстати. Респитесь в городе. Занимайте дома. Бункеров начнем. Сначала мы с обороны начнем, потом бункеров. Блин, тяжело будет. Я дал метку, там метку выставил. Там, скорее всего, опять тол развернул. Где? Вниз по камере. Катя сесть.
Игорь, можешь отработать там метку? А, Iron Wolf, моя метка будет. Кому отработать? Там к синей походу. Нас, почему это работает? Я сейчас снесу эту вышку. Метка юг, как на юге камеди, точка. Работай по этой точке, там сидит пех и могут развернуть еще что-нибудь, опять ростов или еще что-нибудь. И технику. Да развернули уже. Там уже разворачивали. Значит, поставили только что. На метке толпы. Где еще разминируют? Второй пех левее по горе спускается. Блять, Кошемка к нам гонит. А, мой бетер починили, арен будет. Их Кошемка к нашей едет. Блять. С востока, юга, востока. А нахуй, танк за. Она танк наш пиздит. Танк пиздит наш. Кошемка пиздит танк. Да, она развернулась и начала к танку идти. Два пехотинца возле танка сидят, взламывают. Такой ударящий Кошемка. На юго-востоке танк стоит от нас. Блять, ну нихера себе. Кругом пометил, там тип сидит. Камень, это танк пехотинец. Вот это приманочка была. Слишком жадные фраера. Что твой бетер уничтожил? Не-не-не, я попробую дойти, но я почему не так встретил противник. Я зачем не устроен. В2 кто-нибудь видит? Попробую дойти. Я зрачки убил. Убил твою пушку. Отметьте. Я под ДВДР такой, а вот да я заминирую. Сергей, потом стреляешь. Вон там у нас 20 бегут. Бамба хотят. Две мины. Ой, тут нет. Промазал. Снова с севера. Он даже не один. Далё, смотри. А, Кошемка с юга залетает. Вон, справа одна. Кошемка летит там, где толстый. На бодич. За пиробойком стоит ближний. Сейчас на первом бункере будет пиздец. Пиздец будет у них, где посадки стоит. Поставил метку, ты должен быть. Запринимайте их просто. Бегут, не убегут. А, смотри на бой. Ааа,
выстрел, наверное, по 30-му идет. Там бегут ее раскрывать. Жива? Где? Кошмар. Еще одна. Текила, каники. Нос на 210, Гепа. Посмотрите. К лесу подбегает перс. Говоришь, не кошемка это. Обычный хаммер. Да нет, ты умер, был. В лес бред. От вас что пока не видно. А, вижу. А, гепа. Где псы? О, Бурс, за тобой, ёпт! 310-1. Бурс, получается, справа тебя за тобой сейчас будет бегать. Сам понял. Открытая камера замечает Т2. Камеру подъезжает, вот чё? Что-то я не увидел, но было никого. Пиздец, блядь. Вот именно. На Б3, походу, говорили. На Б3, похоже, быть. Он загорелся после первой мины ППшной, похоже, да? На растяжку наехал. Кто? Хаммер тот. Охуевище, блядь, по-моему, у нас. Да. Бу-бу-бу-бу-бу.